Я разрешаю тебе за елку зайти. Ну, подвигай елку. Елку двигай. Как? Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Ее снизу доставать надо. Ну? Сколько грибов! Засолим, в банке закатаем и сохраним на потом. Ох, тяжелый. А ты не стой, собирай. Ну, давай, где ты будешь? Ищи трава в носке. Какая коляска? Коляска Юрикон! Кто там? Ну, давай смотреть будем. Ну и кто тебе сделал такой подарок? Я не знаю. Что, не открывается? Проснулся. И это, ты какой? 10 минут до конца тренировки. Не ладно. Это мама. Ну и кто тебе сделал этот подарок? Мама? Да, мама тебе сделала подарок. Раз не может мама приехать к тебе. Ну что? Никто лечиться не хочет. Нравится. Нравится? Да. Ну говори маме спасибо. Спасибо. Как мама любит тебя. Это же несчастный случай. Красиво. Ну давай поцелуйку отправляй маме. Поцелуйку отправляй. Поцелуйку маме. Вот так? Да. Угу. Ну, мама. Памперс. И памперс есть. Сколько можно одно и то же рассказывать? Спать мешаете. Извини, Вупсик, поправляйся. А почему тогда здесь лежишь? Не стоит, да. Ну, я и сказал Вупсику, что заболел. А он решил, что меня вылечит. Она настоящая. Вылечит. Ну, маме покажи. Мама тоже не видела, давай. Покажи куколку сюда. Тяжелая. Тяжелая? Да. Ой, какие у нее губки красивые. Вообще у нее волосы такие приятные. Никто лечиться не хочет. Все у нее двигаются, ножки, ручки. Мне рада. О, я ей не памперс как раз поменяю. Ты вылечил, они ушли. Ну, ничего себе. А у меня для тебя сюрприз. Сейчас мы какая тебе красота. Сделаем. Витаминки вколем. Ну все. Для бодрости. И не нужны мне давай. Витаминки. Говори маме пока. Пока. Доктор.